Так, стоп. Давайте еще раз с самого начала. Значит, слушайте. Хотим снимать сериал про гениального продюсера. И его протеже, горе-рэпера Ярмака. Пусть ты дебил. Читать рэп в еврейской общине? И чтоб я вас здесь больше не видел! Заглохни! А фишка сериала в чем? Раз, два, три! Расскажите, что у вас драматургия? Точно! Драматургия! Кстати, познакомься, это Саша. Он тоже рэп читает. Он переспал с Качановой. Гусь, так в сериалах не бывает. Что значит не бывает? Стоп, стоп. Это как раз может принести рейтинг. О, а вот и рэп-звезда. Делаю деньги 24 на 7, любого в этой игре я Сашева съем. Руки над башкой, смотри, как Сашка тупо. Знаешь, в чем твоя главная проблема? То, что ты все меряешь бабками. А продюсером мы оставим для эпизодов. Значит так, знаете, стоп, секундочку. Хотите снимать свой сериал? Пожалуйста, снимайте, только без меня. Ищите на роль продюсера какого-то другого актера. Спасибо. Стою на краю, и назад мне дороги не видно. Еще шаг, и я в чуждом раю. Нам не в рай, так вот солнце стыдно. А я будто стою на краю, и назад мне дороги не видно. Еще шаг, и я в чуждом раю. Нам не в рай, так вот солнце стыдно. Ну как тебе? Да хреново. Че, Андрей, можно полегче? Ты не кажешь. Да я тебя про Ермака спрашиваю. А че я о нем раньше ничего не слышал? Ну, не знаю, этот концерт год назад был, потом пара клипов и все. Ну и нафига он нам такой впал? Как нафиг? Потому что пацан талантливый. Просто ему нужна раскрутка, правильный менеджмент. Ванечка, таланты, они же с характером. Всю плешь проедят. Ты в него вкладываешь душу, бабки. А взамен что? Болячки на нервной почве. Нам нужен пластилин. Вот давай Чон Ли раскручивать. Он по-русски не бельмеса. Снимем ему там какой-нибудь там Камбоджа стайл, например. Да, Чон Ли? О, вот, видишь, он еще спасибо скажет. Тимур, а если серьезно, я прослушал сотни рэперов в своей тачке. И в моей машине остался только диск Ермака, потому что он реально крут. Потому что у него подача, Короче, дай мне полчаса отдохнуть, привести себя в порядок. Если ты так хочешь, приводи своего Ермака сюда. Отлично, только там проблема есть. Но... Вот, видишь, мы чувака еще не взяли, а уже с ним проблемы. С ним проблемы нет, просто там вот... В его контактах указан номер какого-то гуся. Я не знаю, кто этот гусь, но я со всем разберусь. Ермак будет наш. Ладно, короче, хрен с ними, с гусем, с Ермаком. Что у нас по другим артистам? По другим артистам все лежит у тебя на столе в кабинете. Так, сюда принести. Нет, ну, Лена, я не понимаю, как она может с этим лохопетом мутить. Ну, слушай, у нее паршивый Рено, в конце концов. Сколько? Сейчас, подожди, сейчас, минуточку. Так. А, ну, это
Да, тогда ее можно понять. Девушка, там еще долго. Минуточку. Послушайте, я занята, я работаю. Я вам уже говорила, сиди и жди. Да, да, я снова с тобой. Да, Кристина похудела. Каким образом? Слушай, ну расскажи мне. Да ладно, ну. Давай. Саш, привет. Короче, я насчет встречи выпускников в 6 ресторан «Фрегат». Да я, наверное, не смогу. Саш, Ани не будет. Да при чем тут Аня? Я правда себя плохо чувствую. Ладно, может, таблеток выпью, подскочу. Угу. Давай. Ой, перезвоню. Здравствуйте, Магнолия Викторовна. Вы, как всегда, обворожительны. Спасибо, стараюсь у себя. Да, конечно. А может быть, кофе? Я не понял, это что такое? Я здесь с 8 утра уже жду. Послушайте, это заслуженная артистка, между прочим, Магнолия. Что-то я не видел у вас в табличке «Заслуженная мне очередь». Слушай, мальчик, я таких, как ты, молодых, амбициозных, талантливых, тут каждый день наблюдаю. Все сидят, молчат, ждут, не бычатся. Вопросы есть? Так. Можно хотя бы кофе? Сейчас, минутку. Кофе? Можно. Сейчас. Кулер там. Да. Да, я снова с тобой. Ну, и что, Кристина? Евгеша, ты же помнишь, какой сегодня день? Сегодня у нас... Что? Четверг. Четверг, ну. А четверг у нас что? Что? Евгеша, четверг, день уборки. Маргусь, ну я же тебе говорил, у меня сегодня встреча выпускников, я не смогу поубирать. Встреча выпускников. И этот твой Ермак тоже там будет, да? Ну откуда я знаю? Мы с ним полгода не общаемся. Понятно. Значит, поубираешь завтра? Угу. Ну все, я побежала. Маргусь, ну да. Только, Евгеш, пожалуйста, давай не так, как ты умеешь. Солнышко, ну когда это было? У тебя красивые песни, у тебя красивая спина. Давай забегай, солнышко, давай, хорошая моя. Можно? Тут всех можно. Да, на прием президенту легче попасть, чем к вам. С 8 утра вас жду. А ты кто? Ермак. Ермак? Вы что, шутите? Мы созванивались с вами. Я вам треки принес. Ермак. А что ты парился? Надо было помыл отправить, я послушал тебе, ответил. Что, зря пришел? Ладно, раз пришел, давай. Давай мы вставим. Этот трек не будет чартах и рвачи парады. Но если хоть 100 людей воспримет, то я буду рад. И независимо от цифр прочего, всегда достатка. Главная задача сказать тем, кто разве для... Ну, мне все понятно. Что понятно? Может, до конца дослушаем? Да как смысл? Смело, свежо, достаточно новаторско, вот так бы я сказал. Но? Что но? Ну, все так говорят, только потом появляется какое-то но. Ну, слишком смело, слишком круто и слишком свежо. Too much, понимаешь? Господи, прости, и бах меня прости. Надо, ну, немного опопсить. Ну, это хоть что-то новое. Тут все говорят подогнать под формат. Слушай, ну что ты паришься? Ты послушай взрослого человека. Я не первый год работаю. Понимаешь, твои треки слишком умны. Это вот как народу устрицу предлагать. А народ-то что хавает? Народ хавает шаурму, семечки, пахлаву. Народ хавает то, что вы им даете. Откуда ты знаешь? А вы? Вы что, по квартирам ходили, у людей спрашивали?
Так, мне все понятно. Я послушаю твои треки, и мы вам перезвоним. Нет, вы меня, наверное, неправильно поняли. Мои треки никогда не будут играть на вашем датском радио. Смело, свежо, как я и думал. Так плохо, бывает так плохо. Так плохо. Бывает так плохо, нет вдоха. В груди все болит и хохот за спиной. Вокруг не нужен мысли и грохот. В суматохе кажется, что мир создан из зла без Бога. Помни, друг, любая тропа вскоре станет дорогой. Ты пока топчи, ты пока учи, что ни деньги, ни чи не сделают тебя счастливым, зная на судьбу. Кричи, делай то, что любишь, дела твои небо пишет. Ты думал, ты один, вселенная тебя слышит. Я запомнил, говорят, недаром жизнь вырубить с удара. Я буду готов говорить про то, что они расскажут у бара. Пара-па-па-пара, моя музыка по венам льется. Я не сдамся никогда, пока мое сердце бьется. Чтобы не было, и как бы судьба не носила, как бы жизнь не била, зная, найду в себе силы. Пока в один и тот же ритм бьются наши сердца, я встану с колен и буду дальше идти до конца. Что бы не было и как бы судьба не носила, как бы жизнь не била, зная, найду в себе силы. Пока в один и тот же ритм бьются наши сердца, я встану с колен и буду дальше идти до конца. Молодой человек, вы не подскажете, где 51-я квартира? Слушайте, а вы случайно не гусь? Вы ничего не докажете! Да подождите! Постой! Я хотел спросить у вас по поводу Ермака. Я с ним больше не сотрудничаю и никакую предоплату возвращать не собираюсь. Вообще-то у меня жена юрист, я сейчас в милицию вызову. Да вы все неправильно поняли. Я хотел предложить вам сотрудничество. Вот. А о каких суммах идет речь? А что требуется с нашей стороны? В какие сроки нужно выполнить поставленную задачу? А вообще, участие Ермака обязательно? Стоп. Вы точно продюсер Ермака? Нет, ну смотря о каких суммах идет речь. Пока ни о каких суммах. Мы хотели пригласить Ермака в наш лейбл. Что скажете? Ну, не знаю. Нужно пообщаться с подопечным. Сами понимаете, стол завален предложениями. А, я все понял, хорошо. Вы подумайте. Вот моя визитка. Обсудите все и перезвоните. Угу. Хорошо? Кстати, я Ваня. Гусь. Привет. Больше 100 не дам. Ладно, давай. Жлоб. Сань, прости, о чем мы там? А, это, прям так и сказали, а попсить? Блин, как всегда. У вас слишком свежо, слишком смело. Людям нужно проще. Сань, ну, сделай проще, тебе что, сложно? Типа, если буду писать дебильные песни, я сам себя перестану уважать. Сань, ну ты думаешь, мне вот это вот все паять нравится? Думаю, да. Ладно, неудачный пример. Ну тебе же что-то жрать надо. Сань, давай ко мне. Подумай, работка не пыльная, будешь сидеть, писать трэп.
Сань, ты подумай. Захочешь уйти, всегда сможешь. Все, давай, сегодня много не пей, завтра тебе на 9. Что-то я должен сегодня пить. Ну как это, у вас же сегодня встреча выпускников. Ага. Да не, наверное, не пойду. Саш, ну так нельзя. Ты же с этими людьми 5 лет вместе учился. Это же твои друзья. Чип, заканчивай говорить фразами Белошицкой. Ладно. Она попросила с тобой поговорить. Ну, теперь хоть все понятно. Придешь? Ладно, заскочу к ним вечером. Давай. Давай. За инженером-механиком! Да-да! У-ху-ху-ху-ху-ху! Ребят, вот скажите, хоть кто-то работает по специальности? Нет, ну вот если серьезно, ну интересно же. Я в аспирантуру пошел. Денег, конечно, мало, но зато и делать особо ничего не надо. Сань, теперь ты рассказывай, что там твой рэп? Да что, альбом пишу сейчас. Сань, да когда тебя по телевизору покажут? О, кстати, а ты с этим, с Потапом знаком? Нет, и слава богу. Чего зря. Он бы тебя в телек пропихнул. И рэп научил читать. Он же рэпер. Ладно, ребят, давайте, повеселее. Оп! Так, кому? Налей, пожалуйста. Здравствуйте, вы заказывали столик. Припаркуем его по номеру. Извините, молодой человек, у нас не Америка, мы не паркуем машину. Не ресторан, а черт ты знаешь что. Закладываем. Добрый вечер, ребят. Белошитки, привет, Олег. Хруст. Привет, Саш. Привет, Женя. Ну, извините, что опоздал, сами понимаете, дела. Государственной важности? Да не, политика это не мое, я же врать не умею. Так, свой бизнес открыл, до списка Forbes осталось пару сотен. Молодой человек, заказывать что-нибудь будем? Так, у нас уже все есть. Это ж Серега Бутырина. Ну вот, мы в общаге с ним с одной тарелки 5 лет хавали. Может, выпьем? Да, да. А есть что-нибудь подороже, а? Я такое дешевое не пью. Да шучу. За общагу! За общагу! Так, который час? Ну, еще есть время. Ну, поляна неплохая, конечно. Оформляй. Давай. Кашу хочешь? Нет, спасибо. А мне приходится жрать эту дрянь. Вот видишь, ничего, кроме гастрита, шоу-бизнесом не заработаешь. Ладно, что у тебя? Ну, я встречался с этим гусем. Угу. Да тебя не осуждаю. Очень смешно. Я ж тебе объяснял, гусь — это продюсер Ермака. Угу. Ну, так вот, он сказал, что им надо подумать. Пусть подумают, посмотрят. Чего? Вот и я о том же. Какой-то странный этот гусь. Слушай, может, ты попросишь там своих людей, они бы быстрее номер Ермака нашли. Я бы напрямую с Ермаком все вопросы решил. Ванечка, не слишком ли много гемора с каким-то никому неизвестным рэперком? Я ж бегать ни за кем не буду, упрашивать никого не буду. Не хотят — до свидос. Хорошо. Перезвонят, подождем. Алло, здравствуйте. А можно пиццу заказать? Так, я предлагаю ехать в караоке. Поехали! О, караоке! Саня, что, в караоке едем? Не, ребят, мне завтра рано на работу. О! Чувствую, будет у меня ответственный сотрудник. Ну, как знаешь. Пошли, ладно, проверь. Рад был видеть. Звони, я все на связи. Давай, брат. Давай, пока, брат. Спасибо.
Слышь, Гусь, а ты что, не едешь? Эй, тебе бизнес, надо вопросы решать. Я подъеду. Да? Угу. Давай. А ничего так кафеха, да? Да, нормально. Слышь, мне кажется, или Белошицкая раскабанила? Кажется. Выпьем? Давай. Чё, как там свадьба, друг? Да такое. В принципе, правильно сделал, что не пришел. Конечно, правильно. Ты же не позвал. Ну, извини. Я ж дебил. Ну, хоть извинился, и полгода не прошло. Давай. Ну, ты меня тоже пойми. Ты же помнишь, чем наш мальчишник закончился? Проникли в костюмерную института, после ворвались на территорию птицефабрики, связали сторожа и с криками «Свободу птицам!» Не надо, не продолжайте. Вот после этого мне Марго сказала: «Выбирай, либо я, либо твой Ярмак». И ты пацана променял на бабу, да? Понятно, Гусь, с тобой все с тобой ясно. Сань. Да шо, Сань? Ну ты тоже хорош. Ну за полгода хотя бы мог позвонить. Ну что тебе звонить? У тебя часы бабские. Что бабские? Это унисекс. Ну это унисекс, давай. Ну что мы тут торчим? Может, давай рванем куда-то? Или ты за Белошицкой соскучился? Да нет. Давай. Ну что, все готово, налетай. Как старые добрые. За нас? За нас. Слышь, Сань, это, ко мне чувак приходил. Лейбл Golden Star, слышал, не? Что? Golden Star Label. Ну, не суть. В общем, они хотят с тобой поработать. Саня, а чё не? Сходи, пообщайся, а вдруг? Ой, что вдруг? Вот что вдруг? Ты что, не понимаешь, что всем нужны попсовые, тупые, бессмысленные песни? На всех радиостанциях каждый продюсер мне говорит одно и то же. Я не знаю. Может, во мне проблема? Сань, заканчивай. Ладно, давай тему сменим. Давай. Чё там, Аня? Вот ты умеешь тему выбрать. Валерыч! Пойдём. Да кто наш, кто наш? Эй, молодые! А деньги? Что? Деньги за цветы. Гусары денег не берут. Что вы себе позволяете? Я сейчас милицию позову. Мы уже здесь. А мы здесь? Что это такое? Да, нормалек, нормалек. Да, Маргусечка. Мужики, букет верните. А ты чё? Да, уже еду домой. Просто таксист колесо. Давайте по-нормальному. Я понимаю, набухались. Да, хочется по чуть-чуть поорать. На ближайший шиномонтаж. При чем? Студентка ишачит ночами. А вы букет забрали, это нормально? Слушай, долго говорить не могу, он уже орет, чтобы я помогал. Ага. Неаккуратненько. Все, скоро буду. Мужики, я вижу, вы нормально. Понимаю, выпили у всех, бывает. Букет верните. Блядь, малыш правду говорит. Букет надо вернуть. Ты зачем букет забрал? Ну что, дебилы? Два на два! После
после чего пытались унизить гражданина Панова путем запихивания кактуса... Не надо, не продолжайте. Придурок, ты нафига костюм свадебный надел? Часы мои где? Маргуш, ну все же порешалось. Твое счастье, что гражданин Панов заяву не написал, а глазки побоялся. Кисю, ну что ты начинаешь, ну? Ты вообще понимаешь, что будет, если узнают в моих кругах? Дебила ты кусок! Ты как с мужем Бегом в машину, дебилоид. Саша, пожалуйста, оставьте моего мужа в покое. Вы его вечно втягиваете в неприятности. Саня, созвонимся! Окно закрой, придурок! Алло? Блин, Чипу, извини, да. Да, сейчас буду, да. Давай. Спасибо большое. Я слышу, Мало, иди сюда! Эй, мужики, вы чё, Здрасте, гражданин. Здрасте. Я так понимаю, это ваш телефончик? Мой, спасибо. Давайте тогда пройдем в отделение, напишем заявление. Вы чё, мужики, какое заявление? Ну как это какое? О краже. Мужики, вы, наверное, неправильно поняли, да? Это ж брательник мой младший. Игра у нас такая. Догонялки, да? Понял, мусор. Пойдем. Вам бы только срок впаять. Рот закрой. Мужики, без обид. Спасибо большое. Счастливо. Два хот-дога, пожалуйста. Слышь, тебя как зовут? Черчилль. Черчилль? За что такое погоняло? Курю много. Слышь, Черчилль, хорош. А как по-нормальному? Миха. Спасибо. Держи, Миха. Слышь, Миха, совет тебе дам. Догонят тебя как-то чужой мобил. И загремишь, только мало лет. Так что бросай курить, береги дыхалку. А лучше завязывай воровать. Обязательно. Вот деньги соберу и брошу. Серьезная отмазка. И что, на что ты собираешь? Ну, может быть, на билет. Вип-зону. На твой концерт. Ты что, знаешь, кто я такой? Ну, как-то трубу подрезал. Там твои треки были. Круто читаешь. Спасибо. Ну что, когда концерт? Не знаю. Может, уже никогда. Опа! А чё так? Натяжка. Может, не судьба? Не судьба? И чё ты меня тут учишь, а? А как же, за что стоял, за что боролся и во что ты верил? Выходит, ты за базар не отвечаешь, да? Спасибо за поддог. У меня заседание через час, а я тебя, придурка, должна из ментовки вытаскивать. Когда ты уже повзрослеешь?
Маргусь, ну так вышло, извини. Я исправлюсь, только скажи, как. Значит так, из дому ни ногой, в квартире поубирать. Приду, проверю каждый угол. Я тебя люблю. Здорово, Гусь. Тебя Марго не видела? Нет. Нифига себе. Да, Гусь. Угу. Нормально пристроился. За такую хату можно и потерпеть, Марго. Да не, Сань. У нее просто эти дни. Так она шелковая. Ладно. Ты вчера что-то про лейбл рассказывал. Узнаю Ермака, да! Где визитка? Узнаю Гуся. Ну она точно в квартире, Сань. Сейчас найдем. Сань, порешаю.